Останнім часом електронні альтернативи палінню користуються величезним попитом. Замість цигарок в руках курців все частіше можна побачити ось такі мініатюрні гаджети – Айкос. Наша героїня також перейшла з цигарок на Айкос. Із власного досвіду розповість, що таке система нагрівання тютюну, у чому переваги такої технології, та чи реально за допомогою Айкос повністю відмовитись від паління. Привет, меня зовут Ольга, и я курю уже почти 12 лет. Хотя правильнее будет сказать «курила», потому что уже полтора года, как я перешла на Айкос. А это совсем не то же самое, что сигареты. Из общего у них только табак, который в сигаретах горит, а в Айкосе всего лишь нагревается. И это принципиальное отличие. Курить я начала, как это нередко бывает, за компанию. Одна сигарета, вторая сигарета, и вот уже пачка сигарет и зажигалка стали моими верными спутниками. А перекур – лучшим отдыхом между решениями задач. Я ведущая и организатор мероприятий, и занимаюсь этим уже 17 лет. Пишу сценарии для них и, конечно, провожу. Я обожаю свою работу, но всегда очень насыщенный график, стрессовые ситуации и серьезная перезагрузка. Со всем этим мне помогали справиться сигареты. Покурила, успокоилась и вновь задела. Специфика моей работы такова, что я очень много времени провожу в общении с людьми. Постоянно с кем-то встречаюсь, брифы, обсуждения. Понятное дело, привычка к курению не украшает. Но как-то не солидно, когда тебе нужно выйти покурить, а собеседник ждет тебя. Запах от рук, одежды, волос. Сигаретный дым никому не нравится, даже курильщикам. И я начала думать в сторону альтернатив курения. Тем более, что многие мои знакомые переходили на них. И тут одна подруга посоветовала мне Айкос. Она сама как раз перешла на гаджет и очень хвалила его. И я такая, почему бы и нет, попробую. И уже через неделю с Айкос я поняла, что для меня это отличная замена сигаретам. Айкос работает по принципу нагревания табака. То есть до горения дело не доходит. Поэтому с Айкос нет дыма и пепла. И очень важно, что этого нет ужасного запаха гари, как от самих сигарет. Гаджет можно спокойно использовать в помещении. Табачный аэрозоль, который тут вместо дыма, совсем легкий, быстро рассеивается и не вредит окружающим. Табак лишь здесь нагревается, горения нет. Соответственно, с Айкос нет продуктов горения, смол и канцерогенов, которые есть в сигаретном дыме. То есть я вдыхаю намного меньше вредных веществ, чем когда курила сигареты. Конечно, тут есть никотин, так как Айкос работает с табаком. Но, как я уже говорила, табак в Айкосе не горит, продуктов горения нет. А значит, это явно лучше, чем продолжать курить сигареты. Я уже полтора года использую Айкос и не курю сигареты. За этот период я заметила множество позитивных изменений. Во-первых, прошла отдышка. Во-вторых, нет утреннего неприятного кашля, знакомого, наверное, многим курильщикам. В-третьих, нет ощущения горечи во рту, как от сигарет, которые хочется жевать жвачкой. На внешности переход на Айкос также сказался. Явно улучшилось состояние кожи, нет темного налета на зубах. Для моего образа жизни Айкос – это просто палочка-выручалочка. Я могу не выходить на перекур. Во многих заведениях разрешают пользоваться Айкосом. Я не мешаю никому сигаретным дымом. Конечно, я ощущаю себя свободнее в общении. От меня не пахнет горелым табаком. Нет чувства вины перед собой и окружающими. Айкос стал для меня отличной альтернативой сигаретам. Он сохранил мне привычный ритуал, но без всего того, что раздражало меня в обычном курении. Дыма, пепла, горелого запаха. Вернусь ли я к сигаретам? Уверена, что нет. По крайней мере, за полтора года использования мною Айкос ни разу такого желания не возникло.